сегодня католическое Рождество, и я хочу поприветствовать всех мне близких друзей, кто просматривает мой канал. Европа отмечает Рождество, и так как я нахожусь сейчас в Европе, то, конечно же, и наш это праздник. Хочу сделать небольшой фильм-обзор, как в Норвегии его встречают, и традиции норвежские. Во всех окнах, конечно, вот такие вот звезды, или же адвентские горки такие, свечи из 7, по-моему, свечей. Цветы у всех во всех домах: гиацинты, амариллисы, Юлис Чьярна, или рождественская звезда. Вот у меня небольшая. И вот у меня вырос такой огромный амариллис. Я его специально поставила к окну, чтобы он не упал совсем. Видимо, очень мало света. Мы живем на севере Норвегии. И на южном севере Норвегии у нас мало света, поэтому вот такой вот амариллис вырос. Ну и мы нарядили елочку, положили все подарки вниз. Обязательно после рождественского ужина все открывают подарки и делятся впечатлениями, радуются, собираются всеми семьями, все члены семьи приезжают в родительские дома. Ну и кухня очень традиционная, норвежская. Я вам немного расскажу, что готовят и что едят на Рождество. Готовится традиционное норвежское блюдо к Рождеству, называется пиночет. Оно готовится из баранины. Вот тут небольшие как бы палочки, ребрышки. Их вообще варят на березовых дощечках на пару, чтобы они как бы дампес, они не варились в воде, а готовились на пару. Ну вот у меня так немножко получается, что я сделала на подставке, и они как бы на пару должны готовиться до готовности, когда мясо отходит от кости. Очень вкусные, присоленные заранее, стоят перед тем, как их готовят, отмокают в простой воде, чтобы убрать соль. Основное первое рождественское блюдо у норвежцев – это вот такое вот риббе. Мясо на косточках, свинина на косточках. Готовится она на маленьком огне до такого состояния, что вот корочка зажаривается и становится такой хрустящей. Готовят, вот я положила две морковины, но еще продают специальные подставки, чтобы жир стекал вниз и этот кусочек мяса оставался сочным. Пиночет, который я готовила с отварным картофелем. К пиночету обязательно идет квашеная вот такая капуста. Она бывает белая, бывает красная. И это кольраб стаппе, или пюре из кольраби, или редька такая. Ну и традиционное риббе. Это косточки, мясо на косточке. Ну, что-то у меня косточки тут мало, в основном мясо. Ну, и немножко фруктов, соус, икра. В основном, конечно, праздник у нас Новый год. Ну, а сегодня просто такой ужин. И обязательно аковит, традиционный. Не аковит, а кальвадос. Ну, у нас кальвадос, да. Но норвежцы пьют аковит.